Фельдшер скорой помощи Владимир Тимиряев получает сертификат на тур выходного дня на двух человек в санатории УВА. Это его первое участие в викторинах и сразу такая удача. Знаете, я первый раз никогда в лотерее не играл. Никогда. За свои вот 60 с чем-то лет я первый раз, и вот так повезло. Ну, сейчас буду, видимо, играть. Наверное, так и должно было случиться, что отдыхать в санаторий поедет медицинский работник. Главный врач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов пояснил, готов отпустить фельдшера, распорядиться сертификатом в любое время. В субботу вечером дочь нам также позвонила и сказала, проверьте, пожалуйста, свои сертификаты, потому что их выставили на сайт. Вот мы проверили, и оказалось, что мы выиграли путевочку. Принять участие в викторине «Столетие Удмуртии» может каждый житель республики, получив купон на избирательном участке.